Сейчас, может быть, вот такой главный момент называют в нашем действии, который, может быть, объяснит, что это такое джаз и не только. Речь пойдет об одной известнейшей и, может быть, даже самой изящной бардовской песне, которую сочинил знаменитый Евгений Клячкин. «Ветер гонит стаи листьев по нему». Это вот в конце 60-х годов была одна из самых таких известных песен Клячкина. И вообще замечательные по музыке. Надо сказать, что он не приписывал себе авторство музыки. Он всегда объявлял, что мотив этот взял из фильма 58 года, фильм «Почем». У нас в прокате шел под названием «Загадочный пассажир». Композитором этого фильма был такой очень хороший музыкант Андрей Чайковский, почти Чайковский. Вот. И, значит, вот так вот на протяжении десятилетий мы знали эту песню. Вот сейчас вы ее послушайте, а потом я еще скажу несколько слов об этом. Замечательной музыки, и вы сейчас послушаете это в джазовом варианте. Еще больше полюбите эту песню. В русском варианте. Thank you.